Всем здарова, народ, с вами Хокин, и сегодня я покажу вам мини-обновление на Drift Paradise 3.0. В принципе, добавили 4 новых машины и 2 новых карты. Заходим в F1, телепорты, и видим новую карту. Эбису Вест и Эбису Хигаши. В принципе, карты довольно-таки детализированы, ну, впрочем, ничего нового, карты как карты, только интересней. Какое-то разнообразие. В принципе, интереснее больше всего это по машинам. Вот добавили Эва, Сивик, Форд Мустанг и Тойота Суару, если я не ошибаюсь, да? Заплановые машины, я их обожаю. Так, здравствуйте. Давайте поедем, в принципе, в автосалон. Вот мы пришли к первой машине. Это Honda Civic EK9. 25 тысяч стоит из 15 уровня. Для начинающего игрока, в принципе, это тоже хорошо. Так как сейчас, как и раньше на 2.0, там стоит дрифт настройка, так что Civic у нас не только может быть в стрите, но еще и дрифтить. Листаем дальше. В принципе, вот, следующая машина, то это Soarer Z300. С 20 уровня 50 тысяч, тоже довольно-таки бюджетная машина. По настройке не проверял. Думаю, попозже ее настрою, так как она у меня уже есть. И да, если вы хотите видеть хоть одну машину на обзоре из этих четырех новых, пишите в комментарии модель, ну либо просто марку машины. Я ее сделаю, затюнингую, настрою и, в принципе, расскажу свое мнение о ней и покажу, как она едет. Так, давайте листать дальше. В принципе, мы также обычно листаем, ничего особенного. И вот следующая машина — это Mitsubishi Lancer Evolution. Цена 120 тысяч и доступна с 30 уровня. И вот она, следующая машина. Это Ford Mustang, которая лично мне очень не понравилась. Ну, это лично мое мнение, потому что я не сильно люблю такие мустанги, вот именно такого образца, такого года. Они, ну, очень некрасивые, как по мне. Но 39 левел, 190 тысяч, и она ваша. Тюнинга там пока что я вообще не видел. В принципе, можете поехать глянуть сами, но там его пока что не было. А на этом все. Я вам сейчас расскажу про анонс. В воскресенье будет небольшое соревнование по ралли. Будут проводиться строго на тех машинах, которые вышли в обновлении. То есть, позволить себе Civic, допустим, купить, думаю, сможет каждый. Ну, либо тот же Evolution, но там уже надо побольше денег. В принципе, жду всех желающих. Думаю, получится хорошая атмосфера. Покатаемся с вами. А полный спот будет в группе Винила Парадайса и на моем канале. Ждите новостей. Через пару дней я выпущу спот. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.